привет. Привет. Наконец-то мы начали брать с собой стабилизатор. Даже здесь в Лексусе, оказывается, есть кармашек определенный, где можем положить этот стабилизатор. Чуть-чуть вверх подними. Чуть-чуть. Вот джойстиком надо. Чик-чик-чик. Джойстик вниз. И оно поднимется. Почему не иду? Давай показывай, куда пойдем. Так, мы пойдем в такую парикмахерскую. Детский центр «Улыбка». Так, ну вот здесь парикмахерская получается. Сейчас я поверну его. Так, надо разобраться. А? О, какой молодец. Пойдем, заходим. Показывай мне, ты постоянно ходишь? Я подержу дверь. Ого. Так, детская парикмахерская. Куда идем? Туда? Ну, пошли. Ты же знаешь. Ага. Там кого-то подстригают? А? Иди скажи себе слово на 3 часа. Да, давай. Здравствуйте. Че, раздевайся, салон? Давай шапочку снимай. Ты уже взрослый, там маленький, да, плачет? Давай. Ага. Давай, пойдем. Слава? Замер. А тебе уже не страшно? Ты сейчас уже не боишься подстригаться? Слава. Не боишься? Красавчик. Детская игровая. Приехали в детскую парикмахерскую. Получается, называется парикмахерская «Карнавал». Это рядом с рынком колхозным. Ну, центральный рынок, кто пермский. Так все это у них выглядит. В принципе, такая дружелюбная обстановка. Тут есть взрослая парикмахерская. Поругались немножко с Мариной, то есть из-за этого стабилизатора. Потому что она сказала, пользоваться им не умеет и не будет. Ну, если честно, в бытовых вот так вот снимаешь логи, неудобно. Соответственно, купили его зря, получается. Вот такой отзыв от нас. Наверное, будем все-таки продавать. Это толку от него никого нету. Персональное видео мы не снимаем, а для влоговых видео. То есть это лишнее, так сказать, такой субвандуру, тем более я пользовался. В принципе, прошло минут 10-15. Как бы Славку уже практически вот с боку подстригли. Ему нравится, он высыпает. Сколько раз дрил, что-то ходил. Практически уже достригли. Сейчас осталось чуть-чуть. Обстановочка здесь, в принципе, нормально, чистенько. И ценники, если сравнивать, опять же, мы до этого ездили по парикмахерскую детскую, то есть по детской стрижке. Слава, ну ты как прям папа, спишь тоже. Я коня, когда подстригает, я тоже сплю. Я прям засыпаю. А раньше тоже боялся, тоже плакал. Хороший мальчик, хорошо сидит, вообще замечательно. Че ты так сидишь? Слава, просто скажи, тебе нравится? Молчу. Губы надуль. Ну какой красивый. Сашке понравится, Слава, слышишь? Ты еще руль поворачиваешься, что ли? Ты там руль поворачиваешь, что ли? Мы справа делаем. Да, справа. Балдеет, ну как папа, короче. Копирка, все полностью скопировал. Молодец, похоже, вообще хорошо. Золото не видно. Вот так
хотели это увидеть. Закрой. Еще ему оставить его сзади хвостик. Такой же, как себе. Короче, сделать, нет? Нет, нет, хорошо, как раз мы его ростим. Я ему хочу просто вот здесь вот выправить немножечко, и все. Теперь сиди красиво, если не видишь, ладно? Только глазки у него красивые. Папины. Копирка папина. Вообще скопировал все полностью у меня. Да? Давай, сейчас сиди хорошо, я молнию рисую. О, как красиво. Ну все, Сашка будет балдеть слово. Слышишь? Сашка, это у нас невеста в садике. Самая красивая девчонка. Александра. Да. Это самая красивая и ваша. Забили, скажи слово, да? Молодец, слово. Тебе слово мультик что-то понравился? Давай дома тогда скачаем его. Мальчик должен быть умный, а девочка красивая. Если еще и умная, то страшная сила. Запи, солнышко, сейчас. Потерпи, Слава, сейчас будет красиво. У вас идет молния. Я сделаю так же, как на картинке. Да, спасибо огромное. А, что у нас там смотрит? Какой-то автомобильчик. Он колеса поворачивает. Сколько у нас стрижка это вышла, получается? Я не знаю, администратор, ага. Спросил, но около 500-550, наверное, с молнией. Спасибо. Красота. Вячеслав, ну что, заканчиваем, все? Я думаю, что... Поехали в кафешку? Спасибо огромное. Достаточно много тут всяких. Получается, и квадроцикл, и машина, и танк. Молодец. Такая вот игровая площадочка. Раньше особенно он любил бегать там. Администратор сейчас придет. Все. Так вот, тут у него более взрослых уже. Ну ты красавчик. Вот повезло же Сашке. Слава? Ну-ка. До свидания, я посмотрю. Ой, какой, смотри, какой красивый. Ну-ка, повертись. Так, давай, настрою. О, ну-ка, повернись. Жух. Сзади оставили хвостик мой, видишь? О. Как у папы. Какой же хвостик. Ну все? Вячеслав, ну что, будем собираться домой? Все, всем пока-пока. Пока-пока. До свидания. Так, давай, веди к машине. Ты же здесь все умеешь, все знаешь. Давай. Где у нас машинка стоит? Мама, наверное, у нас уже успокоилась. Больше не ругается. Маме тяжело, мама беременная. Блин, вообще, ребята, даже не представляете. Такой нервоз. Так, стой, далеко не уходим. Давай покажем эту парикмахерскую. Давай ручку. Так, находится она, получается, по адресу Мельчакова, 11. Вот так все это выглядит. Рядом с рынком. 550 рублей у нас вышло. Где у нас мама? Пойдем посмотрим. Где у нас мама? Вот сидит мама. Ее не видно. Там же Настя. Настю тоже не видно, да? Ну все, пошли. Так, мы залетели быстро в гипермаркет «Семья». Вот наш нервный человечек. Все, купили чай. Славка, картофка? Картофка фри, да? Или картошка фри? Правильно, как? Картошка фри. Понятно, там еще в двери у него лежит этот... Квас. Квас?
русский квас. И нам с Маринкой, получается, купил вот такой большой стакан. Он двойной стакан, тут два стакана, не перепутай это, чтобы рука не грелась. Там, получается, с жасмином чай. Он даже не простой. Да, жасмин с мятой, вот так вот. Ребята, блин, только видео включили и потемнело. Такая красота была. Мы Татьяну Владимировну встретили. Татьяна Владимировна с нами. Съездили до Новых Лидов. Сейчас едем к Славке Ламанову, другу у меня. Быстренько колеса, если получится, поменяем на Лексусе, которого Лексус я купил. Потому что на зимней резине. На хаке катаемся, и там уже шипов, блин, наверное, нет, потому что сейчас 160 ехали. Наверное, у нас уехал. Он не говорил, я что-то не... Он говорил. Он вчера это лопаты не искал. Уехал? Да. Женя балансирует колеса. Женька, Жень, балансируешь? Заехали к Славе поменять резину. Не балансируется никак. Сняли запаску, получается. Там диск более красивее. Сейчас не запаску, обратно поставим диск с переднего колеса. Вот, ребят, видите, как сейчас гуляют с колясками, с телефоном и катаются на этом. Гироскутер, или как он называется. Ребенок, получается. Ну, тоже молодая девочка. Видимо, с братиком, с сестренкой гуляет. Так все это выглядит. Все припарковывается. Там машина едет, она припарковывается. Там Маська, где-то Славка, он бегает, видите. Грязючка еще. Нам сказали, что вот это вот устранят. Там песок будет.